Всем привет, с вами Артур, и сегодня мы записываем не то, чтобы сказать прохождение, потому что я на самом деле не хочу делать прохождение игры, которую уже проходит Дмитрий, хоть он ее очень неспешно проходит, и, ну, в целом я в любом случае сам хочу пройти I'm Alive, и пройду я ее в любом случае, на записи или нет, но потому что мне нравятся игры такого типа, плюс тут есть... назовем это модным словом паркур, плюс такой постапокалипсис, большинство людей умерло, где-то разруха, анархия, и, в общем-то, такой стиль мне достаточно приятен, ну, то есть это достаточно атмосферная игра, и делать этот, можно даже сказать, такой просмотр геймплея I'm Alive'а с модом на текстуры, что все более разукрашено, то есть ярко, то есть все цвета присутствуют. Не то, что вот как I'm Alive выходил еще когда на приставке там, ну и как сейчас на ПК вышел официальный, что все такое бело-серое. Я, конечно, понимаю, что это очень действует на атмосферу, но, как мне кажется, живая цветовая картинка, когда передает все это, все цвета, это получше выглядит, чем когда просто такой белый, серый, черный цвет. Можно сказать, как черно-белое кино, но я, конечно, за тенденции разукрашивания черно-белого кино, но в игре, мне кажется, это неплохо. Плюс здесь русская озвучка, русские диалоги. Я точно не помню, Дмитрий поставил, по-моему, поставил он на диалоги и на... просто озвучку, не в диалогах, и в целом. Но текстурпак, ну не текстурпак, но мод на цвета не ставил он, поэтому я хочу как бы посмотреть, что я видел там, и сравнить, как же оно выглядит, лучше или хуже, как-то влияет это на атмосферу или нет. Начнем новую игру, я там и звук настроил, и, в общем-то, все, сейчас попробуем. В целом, надеюсь, все будет окей, но потому что в настройке я как... всегда не силен. Отлично, мне уже показали персонажа, что я где-то там стою, но сначала заставка. Ну ладно. Заставку я, кстати, тоже не видел. Ну, примерно знаю, что там, но так чисто... Ух ты, сколько там денег лежит. Такими... перематываниями смотрел, чтобы себе как бы впечатление не портить. Проверка. От игры. Проверка. Я не уверен, что звук работает. Вау. Все-таки работает. Это очень неосмотрительно с моей стороны, но если вы нашли это, то это значит... В любом случае, не могли бы вы доставить эту камеру ко мне домой? Он находится в Харвинтоне. Улица Арбор 27, прямо напротив парка. И, возможно, кто-нибудь будет там. Ну что ж, это моя жизнь. Мой рюкзак, страховочный пояс, фонарик, пара батареек, пистолет. Но, если честно, ни разу в жизни не стрелял из него. В любом случае, в нем нет патронов. Не могу поверить, что я ухожу. Прошел уже год прошлого события. Переправа на восточную часть заняла у меня 4 часа. Но все же, возвращение домой – это лучшая часть года. Если мне повезет, то я вернусь в апартаменты через несколько часов. Я видел много разрушений по пути сюда, но они другие. Здесь гораздо больше пыли, чем в других местах. Хотел бы я знать, что осталось от города. Я знаю, что это сумасшествие, но у меня предчувствие, что я найду тебя. Джулия, без тебя и Мэри все потеряло смысл. Я уже почти дома. Скоро увидимся. Забавно, если ему часа два до дома, зачем записывать вообще такое видео, чтобы отнесли домой эту камеру? Но, конечно, понятно, что все равно можно не добраться. Ага, то есть уже в геймплее
озвучки нету, но зато субтитры на русском, это уже круто. Так, как там было бегать? Ага, левую кнопку мыши жмем, и тогда у нас активируется стамина, и мы можем бежать. Я хочу, на самом деле, так, побегать, даже не забегая, можно сказать, в город. О, интересный вид на водопад, конечно, деревья. Достаточно дурацкий, но цвета мне очень нравятся, все достаточно живенько. Может быть, конечно, кто-то скажет, что это уже не то, но по мне так это выглядит лучше, чем было. И я думаю, ребята, которые делали этот мод, проделали достаточно большую работу и очень даже постарались. Я не знаю, как они все это разукрашивали, но... Я думаю, это круто. Так, я не знаю, я просто ищу какое-нибудь тут, не знаю, пропитание или патроны. Сомневаюсь, что они могут быть тут валяться на дороге, потому что любой бы их уже нашел. Но камера меня разворачивает постоянно, говоря, что мне идти туда. Да, примерно перематывая. Я знаю, что нам сейчас придется по мосту лазить. И в целом, ну, это достаточно должно быть забавно, так как прыгать пробел. Оп. О, достаточно неплохо. Так, теперь где-то... Ну, белый свет от солнца тоже такой достаточно интересный. Так, нажмите U для продолжения, это как бы E в английской раскладке. Просто тут... Все управления, даже в настройках, подписаны русскими клавиатурными буквами, где английский. У меня вот, например... Так, я надеюсь, я успею добраться. У меня вот, например, клавиатура только QWERTY без русской раскладки, поэтому, когда я пишу, я больше по памяти пишу. На самом деле, мне все равно, есть там... Или нету, так как спуститься? Так, я понял, что... А, все. Туплю. Да, как обычно, немножко нужно привыкнуть к управлению. Забавно, тут такой же спуск, как там подъем. Так, спрыгиваем. Ну, интересно, сам правда, вот если посмотреть, например, туда, там, по идее, лес, у нас горы, да, туда, там у нас что-то, по-моему, корабль. Вот это все достаточно, так скажем, халтурно детализировано, точнее, практически вообще не детализировано, то есть иногда даже нужно угадывать, что это. Ага, так, что там? Лево. А, да, пробел. Ну, надо, как я сказал, уже запоминать управление немножко хотя бы. Вот здесь, по-моему, нам надо лезть. Looks like I'll have to climb over those arch supports. Ну вот, игры света достаточно интересные. Через мост, когда сплин. По идее, по-моему, нельзя нажимать. Так, я могу тут залезть. Нельзя нажимать пробел, когда мы... Точнее, не пробел, а левую кнопку мыши, чтобы ускоряться, подымаясь. Поэтому, когда мы карабкаемся, смысла и нету на мышку давить левую кнопку. Все подсказки, по-моему, где-то тут у нас не хватит выносливости, чтобы до конца добраться, и придется немножко потерять здоровье. Я знаю, что если выносливость кончается, то начинает уходить здоровье, и потом нужно восполнять это различной там водой или еще чем-то. Ну вот, понеслась. О, нет, сначала уходит выносливость, точно. Ну все, мы забрались, и... По идее, мы можем это восстановить водичкой, если она у нас есть, конечно.
Инвентарь, наверное, надо выбрать. Да, одна вода у нас есть, и это восстановит нам выносливость. Если есть это, то это и выносливость, и здоровье, насколько я понимаю. Так, ну давайте выпьем воду. Почему бы и нет? Мало. Ой-ой-ой, вот это было тупо. Не стоит нажимать пробел, забывая, что есть левая кнопка мыши, а ну вот на C открывается рюкзак, и там вот пропитано. Мы уже все это приняли. Так что. Well, it's still standing. Though Abington has seen better days. Ну, и что мы делаем тут? Ага, понятно. Хорошо, что у него есть перчатки. Хотя у него перчатки такие, что на пальцы... Опс. Не ту кнопку нажал опять. Перчатки такие, что вот он сейчас спускался, ему, наверное, бы так пальцы обожгло бы, что он немножко офигел бы. По идее, мост уже скоро... Да, думал, скоро он закончится, но на самом деле еще нет. Так, пистолет на правую кнопку. Ага. Ладно. Немножко так стремновато по пожарной так машине спускаться, но на самом деле, если бы она сейчас оборвалась, было бы весело. Теперь я на самом деле более-менее понимаю, почему он... какую там кнопку-то нажимать, почему он записал это видео. Определенно можно и не добраться до дома. Можно вообще сделать такой летсплей до первой смерти. Хотя меня кто-нибудь пристрелит, потому что стреляю я посредственно. Да и вообще как-то реагирую не очень... Опс. Не очень быстро. Тем не менее, мод мне нравится. Это главное. Так что, я не знаю, я его давно поставил, давно хотел сделать летсплей, все не делал, и в целом, ну, ждал, пока Дима пройдет. В общем-то, ну, не знаю. Если кому-то нужна будет ссылка, ну, в целом, можно просто написать в гугле, я думаю, он там найдет вам все, что надо, кому и правда надо. Но, может быть, поищу ссылку, если надо, могу в описании добавить. Но кто этого не услышит, сами не спрашивайте в комментариях, где можно это достать. Так. Все время у меня такое ощущение, что не допрыгнет, и всегда он допрыгивает. Не, круто, круто. Все круто, тени. Ну, так, на самом деле. Консольненько, но интересно. Да, три повтора у нас. А хардкорное это с одним повтором. То есть, без повторов. По-моему, это сложный уровень. Ну, тяжелый уровень сложности. Тогда, по-моему, там только одна жизнь, насколько я знаю. Или мне кажется. Точно не знаю. Ну, карту мы уже видели, в общем-то. Тут все понятно, у нас отмечена точка, куда нам нужно идти. И уже хорошо. Эй, ты! Я не хочу никаких проблем. Я уже ушел. Ну, я думаю, к нему лучше не подходить. Ну, вот такие вот все на взводе, потому что много мародеров. И если есть мирные, которых не трогаешь, и они тебя не трогают, но они все же нас... Ну, охраняют свою, как бы, можно сказать, собственность, что у них тут имеется после апокалипсиса. То если это мародеры, то, ну, лучше их убить, пока они не убили тебя. Это, конечно, животные инстинкты, но любой бы поступил бы именно так. Ну, хотя, я не знаю, любой бы не мародер. Да, мародер, не знаю. Так. Но люди тут есть. В общем-то, большой город. Определенно много выживших наверняка. И... Но это...
Это неплохо. Ну вот, и на карте в данный момент чертятся места, где мы не можем пройти. И в целом, ну вот опять карта обновлена, и тут тоже перегорожено, то есть пойдем переулками. Точно могу сказать, что до хаты мы доберемся. Я это знаю. Я где-то до супермаркета примерно все знаю, потому что перемотами так просматривал и в целом. Да, опять же правая кнопка мыши. Ну вот, карта обновлена опять же, и нам вот туда квартира. Так, там у нас вкуснятинка какая-то или, может быть, вода. Could force open this gate with something. Huh? Hey, you! I can see you. Ну вот и началось. What do we have here? Чувак идет с мачете. You really don't like strangers. You should not have come here alone. You guys make a fella feel at home. Ну давай. Hey, wait, no! Back off. Okay. У меня просто кнопка мыши как всегда не работала, его сейчас меня он тут и порешит. Do whatever you say. Stepping back. Давай, давай. Please, I'm trapped. Пока. Better keep this with me. Ну вот новое оружие. Правда, пользоваться им, по-моему, не очень удобно. Да. Ну хотя, когда он близко, насколько я знаю, можно его сразу же убить. Быстрой атакой, по-моему, по горлу. Как это мило. Обожаю, когда... убивает кого-то. Ну что за херня, мышка, давай, не подводи. Да, ну мы тут надолго, да? Ну, наконец-то. Я знаю, что тут такие же есть quicktime задалбливания ивенты. Вы наткнулись на группу врагов, не вытаскивайте свое оружие, дайте кому-нибудь подойти и неожиданно убейте его с помощью мачете. А, окей, давай. Well, well, what do we have here? So much for foreplay. Ну, сейчас ты, Егор, приколишься. Да, ты прикололся. Hey, wait, no. Я не представляю, как он может так быстро вставить патрон. Step back. Hey, back up. Так, это у нас тут два человека, значит, если мы, насколько я знаю, нападем на этого. Я тебя вылью. Какая тебе. Ах, там их три, ёптики. Ну. Ну и у них обоих есть оружие. Давайте как-то их отгоним. Да? Ну давай приколимся. О, да. Отлично. Чё, валяешься? Жив еще? По-моему, он мертв. Но оружия у них нет. Так что... Да, я немножко потерялся уже здоровье, он меня пырнул. Но это да ладно, в общем-то. Не страшно. Ну, отчасти. Посмотрим, что там может быть у них в закоулке было. Может обновиться карта и, в общем-то... Там я уже вижу, что можно ломать. А, вот что-то есть. Более утоляющее. Что там делает более утоляющее? Здоровье восстанавливает, понятно. Но нам пригодится определенно любые припасы, любая медицина. Все, все это на вес золота сейчас. Ну хотя патроны на вес золота, это тоже на вес золота. Все, в общем-то, на вес золота. Так, опять печальные махинации с, как с мышкой. И у меня получилось. Ну что, спускаемся? Так, я вижу
Ух ты, это целый мешочек аптечки. Так, опять отметился тупик, и это у нас что восстанавливает? Здоровье, как и более утоляющее, насколько я понимаю. Понятно. Хорошо. Ну так я больше особо тут ничего не вижу. Ну, город сделан достаточно интересно. Так, опять отметилось, опять тупик. Я схожу сначала сюда, раз мне сюда не надо. Даже если тут тупик, может что-то лежит. Я, знаете, игры не люблю. То есть мы попали с другой стороны, это у нас сода. Что дает содовая? Наверное, просто выносливость. А, то есть, когда мы где-то лазим, мы ее можем принять, и тогда восстановится, у нас не начнет отниматься. Выносливость в минус, что... Может быть, мы могли это сделать тогда. Так. Кто ты? Он мой сын. Они его стабили. He's gonna bleed to death if we can't find something to treat this wound. А из-за что его? Ну ладно, давайте дадим. Пофиг. Thanks so much. How did you get this? Спасайте жертвы, получите бонусные попытки. Это также повлияет на ваш окончательный счет. Проверьте доску лидеров, чтобы увидеть ваш счет. Один из двадцати. Ну ладно, то есть еще 20 спасти. Плюс повтор получили. Да ладно, завалите, не люблю эти благодарности. Аптечку-то дал и все, офигенный. Я, может, потом еще пожалею об этом, когда умирать буду. Ой-ой-ой. Тихо. Я не хочу неприятностей. Я пройду мимо, и все будет хорошо. Что там написано? Да ёлы-палы, не могу прочитать. We don't... I'm watching you. Don't even think about coming back. We don't... О, боже мой. Мы не уверены, это Шор или что это? По-моему, Шор. Get out. Get out, типа, проваливайте. Ну ладно, понятно. Пойдем, пожалуй, а то я не знаю, эти тетки, они нервные. Даже когда и не апокалипсис. Шутка, конечно, но просто... В каждой шутке доля шутки. Так, что тут у нас? Мертвый? Живой? По-моему, мертвый. Ну ладно. Неспешное такое прохождение получается. Даже не прохождение, а затянувшийся смотр, так сказать. О, понеслось. Эти слова типа смотр. Но прохождение все же делать не хо. Не хо я делать прохождение. Ну, сейчас много, тем более, игр выходит других. Так. Два более утоляющих. Это хорошо. И, похоже, вон там... светится вход в наш дом. Да, по карте это оно и есть. Можно, конечно, пойти погулять еще вокруг. Ну ладно, давайте зайдем сразу в дом. Well, the apartment's still standing. That's a good sign. Wasn't sure I'd ever see this place again. Home sweet home. Mary? Julie? Are you there? Да, чай пьют, наверное. No one here. Так, обыск дома. У меня опять... А, вот мышка ожила. Может быть, с геймпадом было бы лучше играть в эту игру. Ну да ладно. I remember that day. What's this? Фотография. А, нет, послание. Давайте сначала походим. Еще вот на кухне что-то я вижу. Closest to home cooking I'm gonna get. Фруктовый коктейль. Наверху у нас что? Looks like they left in a hurry.
Ну, правда, наверное, всех эвакуировали, если везде... Я не знаю, из-за чего это, из-за землетрясения, я точно не уверен. Конечно, все рушится, надо быстренько выбираться. А если бы это был зомби-апокалипсис, было бы хуже. We'll be taken to one of the emergency shelters. It's very hard to get precise information about the evacuation plan. I have no idea where we'll be in the next hour. If only you were here. I would tell you that I forgive you. For everything. For now, all we can do is pray that you're alive. And if you are, I know you'll come back here. We'll try to stay in Haventon, but we'll go wherever's safest. With Mary, I can't take any risks. We love you. Not a moment goes by that we're not thinking about you. Try to find us. We'll be waiting for you. Julie and Mary, May 23rd. Ну что ж, вот так примерно и начинается игра, на самом деле. May 23rd. That's almost a year ago. Джулия. Мне так жаль, что вам пришлось пройти через все это без меня. Землетрясение. Пыль. Что же дальше? Нехватка еды. Голод. Жажда. Где же ты? Год был такой длинный. Когда я шел сюда, я думал... Я надеялся, что встречу тебя здесь. Как я мог? Вот дерьмо. Забавно. Перевели, ой, черт. В общем-то... Суть не меняется. Так, ну что, дом мы уже, можно сказать, обошли, поэтому... Пройдемте еще немножко. Минут 5-10. Мамочка, мама. Кто где орет вообще? Надо, может, на карте отметили. Точно в парке. Что это за гоблин? Мэри! Умно. Ну что, побежим за ней. Мэри! Как она так-то перелезла? Эй, а я хочу так же. Я надеюсь, она не убежит. Далеко. Мэри, wait! Надеюсь, я ничего не пропущу тут, пока бегу за ней. Мэри, it's me! Проверка. Нет ничего. Тут. It's daddy. Так это его дочь? Или я что-то не догоняю? А что, где тогда мать? В общем-то, пока мне ничего не понятно. Блин, трое. Leave her alone. She doesn't have anything you want. Guys, look. Okay. We don't much like uninvited guests. Just take a breath. Так, надо убить двух с пистолетами побыстрее. Так, ну давай. Целься. Нет. I'm at your mercy. Отлично. У меня очень много здоровья. Давайте залезем и что-нибудь примем. Это не для здоровья.
Ну, можно вот обезболивающего принять. Как оно принимает? Вот. Ну, два. Ладно, все, это максимум. Давай. You can come out now. I won't hurt you. You promise? Yeah, I promise. Come on out. I have something to show you. What's your name, sweetie? I'm May. I have a daughter almost the same age as you. Here, you can take it. Теперь безопасность. Вот, посмотри. Все в порядке. Возьми это. Видишь? Это я. А что ты сделал с ними? С ними? Я убедился, что они больше не будут тебя беспокоить. Линда! Линда! Ты там? Почему никто не отвечает? Кукола чисто. Мэй, слава богу. Где твоя мама? Мамочка не вернулась. Где ты? Ты в порядке? Да, я в порядке. Я с хорошим человеком. Человеком? Каким человеком? Дай мне поговорить с ним, солнышко. Алло? Что тебе надо? Что мне надо? Ничего. Послушай, я знаю, в чем дело. У меня есть еда, вода, батарейки. Если приведешь мне девочку, я отдам все, что ты попросишь. Да, конечно. Я понял. Малышка выглядит плохо. Я думаю, шторм надвигается. Так что нам нужно уйти с улицы. Где вы? Рядом с улицей Стейт, недалеко от леса питомника. Идите в торговый комплекс. Это самое безопасное место на данный момент. Пойдем, солнышко. Нам нужно идти. The mall took less damage than most of the other buildings in the city, so it's still pretty stable. When the quake settled a little, the mall was set up as an emergency shelter. It was sealed up to keep out the dust, keep people alive. The windows have been boarded up and all the ventilation sealed. You and May should be safe there. At least for a short while. Так, ну окей, в общем-то, девочка теперь к нам привязана, и патрон у нас один есть, так что как-нибудь выживем. Куда нам еще надо идти? Я думаю, сейчас еще, может, дотащим ее куда-нибудь и закончим на этом. Вот, вот, по-моему, тут можно открыть. Да чтоб вас, ублюдки, что мне надо вообще зажимать там ускоренно? О, может быть, слышите, какие там... О, боже мой, ладно. Давай. Есть. Ненавижу это говно. Хотя, если бы мы не зажимали бы так кнопки, что тут еще выходило бы делать? Так, нам, в общем-то, наверное, сюда. Хотя мы можем там перелезть. Хотя, если мы там перелезем... Not grown up like now. Oh, yeah, I know. It's hard getting old. You forget things. Я не знаю, у нас выносливость сильнее уходит, когда она у нас на плечах или нет. По идее, вроде... Ну, когда мы бежим, так точно. Мне кажется. So, May, where's your mommy? I don't know. She told me she'd be right back. But I waited a long, long time. Maybe she got lost in the fog. Don't worry. I'll help you find her. Dust storm doesn't look good. We should be inside before it gets here. Так, вот наш дом опять же. Но куда нам идти? Вроде правильно. Может быть, с девочкой нас покормят? Нет, вряд ли. Хотя я уже и не знаю, где то место, где там на нас пушку наставили. Наверняка я могу что-то так пропустить, потому что я поверхностно быстро бегу и особо не слежу за тем, что вокруг. Но у нас, по-моему, ураган надвигается скоро, поэтому лучше поспешить.
стоп, что-то тут нет. Ничего. Но из-за урагана все становится, опять же, таким белым, как и в обычной игре. И это вот достаточно круто. То есть есть причина тому, почему такие цвета, но не все время же. Да-да, всегда-всегда. Так, и где мы сейчас? Что это такое вообще за место? Столько этажей. We don't... А, вот. Там было написано не shore, а share. То есть, типа, мы не делимся. The good spots are upstairs. You been here? Так, ну я... Mommy, yeah. Well, hopefully the good spots aren't too dusty. Я, насколько понимаю, это уже супермаркет. И, наверное, на этом стоит закончить. Иначе я никогда не закончу и пройду все за раз. Так, нет, ну, конечно, у меня быстрее, возможно, место кончится на жестком диске, но... Все может быть. Не знаю просто, насколько длинная игра. Что когда я видел... ну, типа, прохождение, сколько у других частей, там, не знаю... 15, 10 частей. О, тут что-то лежит или нет? Ой-ой-ой-ой. Ну, в общем-то, нам дали, по-моему, крюк. И давайте, наверное, закончим уже на этом. В целом, мы уже в супермаркете, что-то это знакомое. И, в общем, как мне показалось, игра с этим модом, ну, выглядит лучше, чем без него. И это, на самом деле, круто. Так что, если кого-то это заинтересовало, ну, не знаю, напишите в комментариях, что нужна ссылка, и я попробую ее найти. Если смогу, то выложу в описании. Ну, а про всем спасибо за просмотр. Увидимся в каких-нибудь других прохождениях или неизвестно еще в чем. В общем-то, всем пока.